В наборе школьнику Ямала есть все самое необходимое, чтобы приготовить полноценный обед для детей разного возраста. А как это сделать правильно и полезно для организма? Кулинарными секретами поделился шеф-повар одного из муравленковских кафе, рассказывает Дарья Идиатуллина. В набор продуктов, который мы предложили повару, вошли рис, консервированный горошек и кукуруза, сгущенное и обычное молоко, макароны и сладости. Сегодня мы получили продуктовый набор школьника и попробуем вам рассказать, что можно из этого набора приготовить. Куда девать сладости из этого набора, я думаю, дети разберутся ваши сами. То есть, как отваривать макароны, мы не будем вас учить. А вот что можно приготовить из риса, допустим, да, мы вам сейчас коротко расскажем. Как оказалось, только из риса можно приготовить полноценный комплексный обед. Молочную кашу, сытный салат и красочный гарнир. Но дети часто отказываются от полезной еды в пользу сладостей. На помощь приходит смекалка взрослых и разнообразие ингредиентов для приготовления блюда. Добавляем сюда немножко горошка и кукурузы. Такой веселый гарнир подойдет к любому основному блюду. Ну и может быть использован как самостоятельное блюдо. А чтобы порадовать ребенка сладким, можно всегда совместить приятное с полезным. Достаточно питательную молочную рисовую кашу дополнить любимым лакомством школьника. Наша рисовая каша готова. Подавать ее можно со сгущенкой, которая также находится в нашем наборе школьника. Салат – это кладезь витаминов, особенно необходимый детскому организму после зимы. Кукуруза, горошек в этом салате богаты клетчаткой и витаминами, которые способствуют хорошему пищеварению в период, когда нам приходится сидеть дома. Вот так всего из нескольких ингредиентов из школьного набора можно приготовить полноценный обед. По словам шеф-повара, все, что было приготовлено из риса, с легкостью можно повторить с макаронами и гречневой крупой. Дарья Идиатуллина, Антон Иванов, Новости Муравленко.